Ну что, друзья, сделал вот такую вот пластинку из четверки с тремя вот такими болтами. Короче, на профильную трубу сороковку. Снизу будет вот так пришпандориваться, вот этим винтом закручиваться. Вот здесь у меня будет изгиб, вот так загнуто будет. И вот такая вот будет деталь, короче. Вот так, потом вот так, вот так. И будет прикладываться, короче, к дышлу, чтобы она намертво сидела. Сейчас я вам покажу, как я буду делать это. Но только не до конца сейчас сделаю. Завтра буду доделывать. Сегодня уже ночь, 11 часов. Короче, вот мне приварили мужики. Зашел на угольную базу. Попросил, они приварили. Вот здесь, короче, с этой стороны, с боков, короче, как и было приварено. Со всех сторон, короче, по кругу приварили. Вот здесь вот такой вот механизм еще, видите? На вот этом вот винту держится как бы. Но он как бы типа кузов скидывать. Но он нафиг не нужен. Я, короче, хочу усилить, друзья. Сейчас вот возьму, подождите. Вот такую вот херню. Короче, хочу прикрутить сюда ее. Ну, вот, допустим, винт вовнутри, вот в этой вот трубе, в сороковке. Вовнутри, допустим. Здесь изогнуто будет, и вот эти вот винты будут сюда закручиваться. Вовнутрь. Сейчас, короче, попробую это все доделать. Вот. Сейчас засверлиться надо будет вовнутрь. Вот здесь, короче, засверливаю. Вовнутрь, с середины, короче, засверлюсь вот сюда. Вот так засверлюсь. И вот здесь отверстие тоже сделаю. А чтобы гайки засунуть, я вот здесь вот отверстие просверлю. Два штуки и просуну гайку туда и надену. Короче, потайные отверстия будут. Короче, завтра все досниму, друзья, и покажу вам. Давайте. Сейчас сверлить попробую. Ну что, друзья, утро. Короче, сделал. Короче, вот дышло, да, вот, допустим. Сделал такие отверстия. Потайные, типа. Ну, разных размеров. Но это пофигу вообще. Ничего страшного. Тут красота не важна. Засверлился, короче. Закрутил на болт. Здесь так же самое в дышле сделал потайной. Ну, чтоб не завариваться. Все, короче, на болт прикрутил здесь и здесь. Вот на трех болтах. Ну, еще профильными саморезами вот здесь прикрепил, когда согибал вот эту горелкой. Как-то так теперь получилось. Сейчас вот это вот выпрямим. Сейчас это работает, но у меня уже кузов не будет откидываться. Если надо будет откидывать, допустим, что-то там возить, к примеру, чтобы разгружать на небольших расстояниях. Вот эти болты можно будет и выкрутить. Хрен с ними. Там все намертво закрутил. Короче, из 8 часов работы этого прицепа вот эти вот, короче, гайки повыкручивались. Тоже уже зазор был, наверное, миллиметра по два. Подтянул, короче, их. На одном колесе, правда, на втором все нормально. Как-то так, друзья. Ладно. Все, давайте. А еще вот эти катафотики установил. Но их еще в первые же дни еще не ездил на нем даже. Установил катафоты. Ну все, короче. Рецепт Forza, друзья. Покупаете, модернизируете его сразу же. Forza 2, короче, на 500 килограмм. Друзья, сразу не ездите. Усиливаете его, чтобы было все нормально. Вот еще он дышло в начале. Короче, вот здесь вот трещина я вам показывал, такую вот пластину усилил. Ну, по идее, здесь можно было бы еще привариться. Ну, ничего страшного, не буду завариваться. Ну, и педальку вот эту тормозную. Дребезжит, короче, шланг отрезал, захерачил. Все, давайте, всем пока. Ставим лайки. Ну, в автоблоке, друзья, за 8 часов, короче, вот выкручиваю щуп рабочих. 8 часов работы, короче. Выкручиваю щуп с редуктора, короче. И в редукторе, короче, масло почему-то не показывает. Ну-ка, сейчас проверю, паузу нажму. Блин, хоть бы мне показалось, что он не показывает масло. Нет, видите, масло не показывает вообще. Ноль. Куда масло делось, неизвестно, короче, друзья. 8 часов отработал. 170 рублей стоит, короче, масло. Сейчас вот верну, посмотрю, докуда. Может, достанет, что маслица. А может, шестеренки намотает на себя. Масло вязкое, короче. Нет, видите, вот чуть-чуть только краешек показывает, но это даже ниже метки. Все, короче, друзья, считай, приехали. Надо масло покупать. Че, друзья, поехал сегодня опять за дровами, набрал вот столько опять в мешке. Ну, короче, можно сказать, полмешка. Вот. Собираю. Кузовок уже нашпарил, напилил, короче. Не знаю, выйду, не выйду. Грязновато, блин, сегодня уже ехал, прямо раскисшая дорога. Ну, посмотрим, вот еще кучечка опять. Вот еще, ну, немного, вот так они на земле растут, короче, здесь. На деревьях что-то они не попадаются, вон еще опятки прямо крупные, вот.
Вот, стоят. Вон еще. Ага, ладно, буду собирать. Че, друзья, опять загрузился. Больше, чем полмешка набрал опять. Сейчас, короче, поеду. Да собирал, собирал, короче. Друзья, 300 метров проехал. Офигеть, какого бездорожья. Там, короче, колеи. Вот. Пробуксовывает, но идет на первый. Ну, иногда слазишь вот так вот. Вот сюда вот так. Ногами чуть-чуть подтолкнешь в горочку, он идет. Вот. Вот так вот. Вот это вот меня маленечко настораживает, вот это шевеление. Сейчас, я думаю, может отломаться вот эта херня. Но так смотрю, краска вроде держится. Сюда бы еще вот уголок приварить и к этой усилить. О, прибить надо будет как-то мне заняться этим делом. Сегодня чуть-чуть перегрузил. Может, колесико подслабло. Ну, как-то так, друзья. Ладно, все, давайте поехали. Ставим вот такой лайк. Продолжаем смотреть отчет по мотоблоку. Эксплуатация. С такой какой-то скоростью едем. Потихонечку. 5-6 км в час. Вот. А нам отсюда 5 км.